І ми всі являємося письмом Христовим. Ми знаємо, зараз, звісно, прийшла ця комп'ютеризація, письмами стали пользуватися менше. Но ми знаємо, що таке письмо і на комп'ютері. Бувають письма різні. Бувають письма желанні. Його ожидають. Його ожидають. Даже получив ще не розпечатав, но воно для тебе желанне. А бувають письма нежеланні. Правда? Не хочеш, щоб воно і приходило. Буває таке і в нашому служенні. Буває, що ми желанні, а буває письмо Христово, що ми і нежеланні. Но да благословить нас Господь бути желанним письмом. Ви знаєте, буває в сім'ях, ждуть, коли папа щоб уехал, правда? Или щоб мама ушла. Бувають сім'ї, де сожалевають, що папа уїжджає. Или мама уходит на работу. Бывает и в церквях такое. Даже нету, брат не участвует в Слове Божьем, но радуется, когда он есть на служении. Бывает такое. Хорошее письмо. А бывает такое, что даже он не участвует в служении, но как только он уже сидит среди братьев, что так такое? Лучше брат бы куда-то поехал. Об одном пастыре в наш штате мне говорили: Моисеевич, да мы хотим его хоть года на два отправить на евангелизацию. Но куда? Но куда? Но куда? Желанное письмо. Желанное письмо. Дорогие мои, давайте мы будем письмом желанным. В домах наших, в служениях наших, на работах наших, где бы, куда бы Господь не послал нам, нас, давайте мы будем желанным письмом Христовым. Возлюбленные, да поможет нам Господь в нашей жизни, посвящая ее Господу, дорогие мои, посвящая наше служение Господу, чтобы в конце на нашем письме Дух Святой поставил подпись «Письмо Христово». И когда мы придем и предстанем пред лицем любящего нашего Спасителя, который отдал за нас жизнь свою, чтобы, прочитав нашу жизнь, наш Спаситель увидел в конце «Письмо Христово». Тогда, несомненно, мы услышим: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». И так как наши братья и сестра Таня прилагали особые старания в ихней учебе, и сегодня их праздник, и мы говорим о вас, добрые и хорошие, когда мы предстанем пред нашим Спасителем, чтобы также услышать нам доброе и хорошее. Для этого нужно прилагать старания. Да поможет нам в этом Господь. А мы за наших образованных братьев, бакалавров, магистров, которые будут трудиться среди наших церквей, мы сердечно благодарим Бога. Братья, вы наше благословение. Есть такое согласие, дорогие мои, чтобы нам совершить молитву и благословить наших братьев и сестру для особого служения в церквях народа Господнего. Поэтому порядок нашей молитвы будет следующим. Все наши бакалавры, магистры склонят колено, а мы все встанем. Братья, которые преподавали, братья-пастыря церквей, которые присутствуют здесь, пожалуйста, пройдите сюда, и мы призовем Божье благословение на служение наших братьев, а также призовем Божье благословение на работу образования в нашем славянском братстве христиан веры евангельской. Идем на молитву.
Братья, давайте пройдем. Братья пастора, ответственные пастора, там брат Галанесий, брат Игорь Дилас, брат Кравченко, брат Владимир мой, все пастора, пожалуйста. Небо открыто на это место. И мы, народ Божий, благодарим всемогущего Бога и призываем Его благословение. Василий Александрович, пройдите, пожалуйста. Молимся, братья и сестры. Владыко Боже, Творец неба и земли, Вседержитель Вселенной, мы поклоняемся Тебе, ибо мы Твое творение. Твои руки образовали нас. Твоя жизнь дала нам жизнь. И милость, и любовь Твоя, которую Ты проявил, Отец, в Сыне Твоем, она спасла нас, и мы спасены, Отец, жертвою Сына Твоего, омытый Его святою кровью, оправданный Его воскресением. Исповедуем Тебя Богом нашим и Спасителем нашим. Ты созидаешь Церковь Духом Святым и Словом Твоим Святым. И мы благодарим Тебя и радуемся, что мы в Церкви Твоей, среди святого народа Твоего, водимого Духом Святым, любящего Тебя и исполняющего волю Твою, среди, Господи, прекрасного града Твоего, Господь, в ниве Твоей, в винограднике Твоем мы являемся веточками Твоими. Славим Тебя! Славим Тебя! Любим Тебя! Поклоняемся Тебе и исповедуем Тебя Спасителем нашим и Богом нашим. Превозглашаем Царство Бога нашего. Благодарим Тебя, милосердный наш Бог, за устроение тела Твоего, Церкви Твоей, которую Ты возлюбил, для которой Ты приготовил царство, которое Ты готовишь для вечной жизни с Тобою в Твоем царстве. Мы имеем различные служения, и сегодня Ты дал нам особое служение. Господи, у нас праздник. Наши братья и наша сестра, прилагая особое служение, Господи, получили особое звание в образовании и их служении. И мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Боже, что как только Ты переселил нас сюда, Ты уже возбуждал сердца помазанников Твоих для дела образования. Господи, благодарим Тебя за брата Игоря Билоса. Господи, благодарим Тебя за Александра Стивфогло и Анатолия Горбунь, которые также продолжили это служение. Благодарим Тебя за брата Владимира Монича, который также проявил мужество в этом труде. Благодарим Тебя, Господи, за брата Николая Винничука, которого Ты взял в свой удел для дела Твоего, Господь. И мы имеем этот благословенный университет для народа Твоего. Благодарим Тебя, что Ты расположил наших братьев, брата Сергея Викторовича Санникова, брата Господи Анатолия Клиновского, брата Романа Соловия. Ты расположил их
для помощи в этом служении, и мы имеем в этом особое благословение. Благодарны Тебе. Благодарны Тебе, Господь, за эту поместную церковь благодать, за брата Степана, брата Олега, которые, Господи, с особым усердием открылись для народа Твоего, Боже, предоставив место для учебы. Благодарим Тебя за всех братьев и сестер, которые преподавали истину Твою, Господь, и Дух Святый, слова Твои вписывал, Господь, не на каменные скрижали, а на плотяные скрижали сердец наших братьев и сестры. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя. Вместе, Господь, мы Твое письмо, Христос. Ибо так учит нас Твое святое Слово. Посему помоги нам быть внимательными к Слову Твоему, быть внимательными, Господь, к действию Святого Духа, чтобы в наших домах, в церквях и где мы будем на работах, в жизни нашей, чтобы нам быть письмом Христовым. Дух Святый, укрепи нас в этом и помоги нам. Особо мы просим Тебя в нашей молитве. Благослови наших братьев, бакалавров, благослови их дальше учиться, благослови магистров, дай им дальше усердия продолжать учебу. Да будут они письмом Христовым, да будут они благословением в церквях, в семьях, Господь, и то, куда Ты поведешь их. Да будут, Господь, они помазаны Тобою, да будут они исполнены силой Святого Духа, да будет Твой страх в сердцах их, и да будут они благословением для народа Твоего, для служителей Твоих в поместных церквях. Благослови, Господи, образование для славянского народа в стране Америки. Господи, да будет это особым помазанием и благословением для наследия Твоего, которое Ты переселил сюда. Милосердный Боже, воздай нашим братьям, которые трудились, которые учились, которые были задействованы в этих служениях, воздай им Твоим благословением. Господи, и отдел образования, и в штате Вашингтон, и в братских союзах, да будет благословен, да будет благословен и наш брат Александр Башинский в этом служении. Отец Небесный, мы призываем Твое благословение и именем Твоим святым благословляем служителей, предстоящих пред лицем Твоим, которые получили Твое помазание, которые являются Твоим письмом. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицем Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лице Свое на Тебя и даст Тебе мир. И все собрание да скажет: Аминь.